знаете, у нас Астах просыпается только, когда можно на чем-то сделать себе пиар. Только в этот момент. Он просыпается, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев он хранит глубокомысленное молчание. Что касается этих суицидов, вы знаете, это, в общем-то, следствие некой системы. В интернете существует целый ряд сайтов, контактных групп и так далее, которые фактически пропагандируют суициды в детстве. Вот. Ребенок не понимает, что это такое. Нужно, значит, иметь службу, которая бы просто решала детские конфликты. Вот элементарно просто помогала детям, выступала посредником со стороны детей, ну там договориться. Но вот мы не ходила, когда девчонка так в школу 2 недели. Она так паниковала, что ее там затравят в школе учителя и сверстники. Я сомневаюсь, что это так. Ну вот, пожалуйста, вот уже еще один выпрыгнул. Как здорово, как романтично. Все о нем говорят. О нем в газетах написали. Все знают, фотографии везде висят. Девочки оставили мамам там сердечки. Да писать надо принципиально другое. Не сердечки оставили, а дуры. Дуры могли жить, рожать детей.